Алиса Юнусова провела для своих поклонников экскурсию по Красной площади. Девочка указала на свой дом, расположенный неподалеку от Кремля. Пятилетняя дочь Алены Шишковой и Тимати решила поделиться с фанатами своими знаниями об исторической части Москвы. Малышка рассказала о лобном месте, где рубили головы, и о зодчем, построившем собор Покрова Пресвятой Богородицы. Все хотели, чтобы он такую же красоту сделал. Но ему выкололи глаза, чтобы он больше никому не построил такое, пояснила Алиса на ролике, который сняла ее бабушка, Симона Юнусова. Наследница рэпера также побывала на Большом Москворецком мосту. Девочка показала виднеющееся за ним здание. «Через этот мост, сразу наш дом», — похвасталась Алиса. Фолловеры оценили видео дочери Тимати. «Юный блогер, так хорошо речь поставлена, будущая журналистка, лучший экскурсовод в Москве», — прокомментировали пользователи Instagram. Впрочем, поклонники не ожидали, что малышка так легко и просто раскроет свое место жительства. Рассказала все секреты страны, а самое главное, где живет. «Растет лапочка, теперь мы знаем, что Тимати живет за мостом. Тимати, тебя спалили», — прокомментировали подписчики. Ранее Алиса с юмором поздравила своего дядю с днем рождения. Младшему брату Тимати, Артему, исполнилось 33 года. Дочь исполнителя активно помогает ему в воспитании сына. Недавно бабушка Алисы продемонстрировала ее трогательные фотографии с Ратмиром. Вчера Тимати устроил милую съемку с наследником. Фанатки осыпали музыканта и его малыша комплиментами.